Nokia E52.1. Замена передней панели. Снимаем заднюю крышку телефона и извлекаем АКБ. Крестовой отверткой откручиваем два винта. Пластмассовой лопаткой по периметру телефона поддеваем переднюю панель. Далее заостренным инструментом отщелкиваем фиксатор внутри корпуса и с помощью пластмассовой лопатки снимаем переднюю панель. Новая панель устанавливается в порядке обратном разбору. Все, передняя панель заменена.